Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие и интересные новости из мира бокса и ММА. Выпуски на канале выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра! Погнали! По информации ресурса Boxing Talk, который ссылается на представителей WBC, глава Top Rank Бопаром работает над организацией объединительного поединка в полутяжелом весе между Артуром Битербиевым и Джо Смитом. По словам этого же источника, наиболее вероятной датой противостояния является 18 сентября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Оскар де ла Хойя продолжает критиковать Сауля Альвареса. Он уверен, что Хули Сезар Чавес-старший не передавал факел Канело как следующему великому бойцу из Мексики. «Я знаю Чавеса и знаю, что он не имел в виду передачу факела. Чавес мой приятель, и я не верю, что он передал эстафету Канело. Это очень большая честь, но я думаю, что в Мексике боец такого масштаба еще не родился». Александр Усик обратился к сборной Англии по футболу перед матчем с Украиной. Sorry, England. Ukraine will beat you. Ukraine in the champion. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера. Twitter Sky Sport Boxing поделился видеообращением и началось. При всем уважении вынуждены не согласиться. Англия размажет Украину где-то 4-0 или около того. Но потом Джошуа размажет и тебя. Усик, продолжай мечтать, и Джошуа размажет тебя. Это парень, которого Джошуа в сентябре нокаутирует. Усик, ты облажаешься два раза за один год. Мне нравится Усик, но в этот момент он ошибается. Кстати, пожалуйста, не убегай Джошуа все 12 раундов. Вижу, его два передних зуба до сих пор сохраняют социальную дистанцию. Между ними можно уместить двухэтажный автобус. У него всегда дерьмовая прическа. Промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился подробностями организации боя с Энтони Джошуа. «Мы собираемся подписать контракт. Мы с Эдди Хирном обменялись текстами в тот день, когда сборная Украины по футболу победила Швецию. Я сказал ему, мы не можем упустить этот шанс. Мы должны объявить о нашем бое. Мы должны подписать все до пятницы. Надеюсь, что до вечера четверга мы получим копию подписанного контракта. Осталось уладить немало вещей. Скоро все будет сделано». Известная промоутерская компания MTK назвала дату следующего боя Жанкоша Турарова. Свой следующий поединок Тураров проведет 6 августа в Белфасте, Северная Ирландия, где он наконец-то встретится с британским боксером Тайроном Маккеной. Команды Майки Гарсии и Реджеса Прогрейса работают над организацией поединка между их подопечными. Если стороны достигнут соглашения, то боксеры разделят ринг этой осенью, и бой пройдет в рамках первого полусреднего веса. Бывший чемпион в первом полусреднем весе Иван Баранчик бросил вызов Джервонту Дэвису. «Я смотрел бой между Джервонте Дэвисом и Марио Барриосом и могу отметить, что если Дэвис хочет по-настоящему испытать себя в нашем весе, то должен пройти такого, как я. Я готов устроить ему это испытание и вызываю его на бой прямо сейчас». А на этом у меня все, друзья. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Поддержите это видео своим мощным бойцовским лайком. Это очень помогает нашему каналу в продвижении на YouTube. И главное, всем крепкого здоровья, удачи во всем и увидимся завтра. Всем пока!